Всем привет! Сегодня у нас такая очередная распаковка заказа Tupperware. Такие заказы небольшие приходят каждую неделю. И на этой неделе в основном пришли желейные формы Tupperware. В них можно делать соленые и сладкие торта. И даже есть такая кулинарная книга, в которой 150 блюд в одной форме. Здесь все рецепты рассчитаны именно на эту емкость, на желейную форму. Здесь уже вы не ошибетесь. И сейчас я еще не распаковывала. Сейчас распакуем мы вместе. Посмотрим формы другим цветом. То были синие с белым, а эти оранжевые, я думаю, наверное, формы. Так как на рисунке они были каталоге оранжевые. Так, сейчас мы откроем. Такая небольшая коробочка у нас. Свеженькие, тепленькие. Так, это что? Это у нас такой новый буклетик Tupperware с 1 февраля до 28 февраля. Ну-ка, давайте его пролистаем немножечко. Так, что здесь у нас интересное? Так, это какие подарки можно получить. Так, хорошо. Это мы отдельно посмотрим. Так, и теперь приступаем к распаковке. Вынимаем. Так, что у нас здесь? У нас здесь... О, у нас здесь вот такая Tupperware. Это хлебница. Вот такая оригинальная такая, здесь белая, здесь сиреневая, фиолетовая, какой правильно цвет, лиловый, по-разному можно назвать, очень такая нежная, элегантная. Но сюда можно, знаете, и фрукты даже положить, легкая, практичная. Ой, мне очень даже нравится. И такой, ну, объем такой нормальный, красивая. Так, очень даже хорошая. Так, кладем мешочек. Красиво, оригинально. Я скоро вообще, наверное, перейду на посуду Tupperware. Так, теперь вот такая миска. Вот такая миска. Tupperware, салатница. Так, емкость здесь написано. Емкость. Так, емкость здесь 600 миллилитров. Очень даже красивая, тоже оригинальная такая. Ну, она как и хлебница. Вот, если на стол так красиво подать, поставить, очень даже красиво и оригинально. Так, что у нас дальше? Дальше у нас вот такие мисочки идут. Эти мисочки две с крышечками. Так, сейчас мы распакуем их, посмотрим. Очень даже хорошие, удобные, красивые, нежно-розовые. Сейчас день влюбленных наступает. Вот. Вот такую мисочку вы можете получить в подарок. Если закажете желейную форму, вот такую мисочку вы получите в подарок. Первые вот два человека, кто закажет. Так, все, это мы убираем. Миска одна посветлее и одна потемнее. Так, хорошо. С крышечками очень удобные. Так, очень даже оригинальные. И из них можно и кушать, и салатик, и даже сметанку хранить здесь. Очень даже красивый. Так, теперь что еще здесь? Еще у нас вот такая, как она правильно называется, сердцеедка. Из яблок вот сердцевинку выковыривать. Это я запишу отдельное видео, и это мы продемонстрируем. Это в заказе, так как эту я должна именно отдать упакованную. А другой мы с вами поэкспериментируем, как она работает. Так, теперь мы смотрим желейные формы. Желейные формы вот в таком цвете сегодня. В розовом цвете. И так как скоро день влюбленных,
Вот это даже очень в тему формочка. Также она работает, такая же система, как и у желейной формы, другим цветом. Она также вставляется, такое дно, и закрывается крышечкой при приготовлении. Ставится в холодильник, объем у нее такой же. Вот такая красивая, оригинальная для сладких и соленых тортов форма. Все, всем пока-пока. Здесь у меня только формы остались. Все. Да, и вот еще крышка. Вот эта салатница, она даже с крышкой. Вот крышка. Если вы приготовили какой-то салатик, можно поставить в холодильник. И он будет храниться очень даже хорошо. Все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока.